Привет, друзья! Сегодня у нас обзор самого крутого, эпичного, нереального, масштабного, невероятного товара в нашем магазине. Фонарь NECA на 200 люмен. У этого фонарика есть три режима свечения. Это сильный, слабый и моргающий. При этом у него есть индикатор заряда, специальное удобное резиновое крепление на руль. Заряжается он с помощью вот такого USB шнурочка, который идет в комплекте от любого USB порта. На задней части фонаря стоит специальная резиновая заглушка против пыли и влаги. Внутри здесь стоит встроенный литий-полимерный аккумулятор на 480 мАч мощностью 3,7 вольт. Вес этого фонаря 60 грамм. Слушай, что и правда 60 грамм? Крепление здесь резиновое стрепа с крючочком. Это очень удобно, потому что вы его можете закрепить куда угодно, не только на руль. Плюс вам не надо переживать о диаметре того самого руля или другой трубы, куда вы будете крепить этот фонарь. И, конечно, самое крутое в этом фонаре – это его цена. Стоит он примерно $15, за который выдает честных 200 люмен. И, по сути, вместо похода в супермаркет вы можете пойти и купить себе такой фонарь. Ну и, конечно же, стоит посмотреть, как светит этот фонарь, когда вокруг полная темнота. Первый режим – самый мощный. Второй режим – слабее. И третий режим – моргающий. К сожалению, время работы этого фонаря нигде не указано, но по нашим подсчетам он светит в самом мощном режиме 2 часа, в среднем режиме 4 часа и до 20 часов в режиме моргания. Не забывайте, что вы можете купить этот фонарь в нашем магазине со скидкой 10% по промокоду, который вы можете найти в описании к этому видео. С вами был Степаненко Станислав. До скорых встреч! Подай мне бумагу, пожалуйста.